Привет, друзья! Как я и говорил, идут новогодние праздники, ноябрьские, ну и тому подобное. А какой хороший праздник без доброго, вкусного мясного соуса? Никакой. Как же можно сделать вкусный стейк без вкусного соуса? Свининку запечь, ну и тому подобное. Ребята, я решил вам показать наше старое видео, которое мы сняли год назад. Видео посвящено соусу жю. Почему я решил это сделать? Дело в том, что я посмотрел, просмотров не так много. Видео находится в самом-самом низу, и, конечно же, многие из вас так и не дошли, чтобы его посмотреть. К сожалению, на тот момент у нас была очень плохая аппаратура, микрофон был не самый лучший, и некоторые фрагменты там немножко так подсвистывают. Я надеюсь на ваше понимание и снисхождение. Главное, что не то, что там микрофон немножко свистит, а та информация, которую я вам там хочу показать. Что такое соус жю? Я буквально в двух словах вам скажу. Это основа основ всех ваших будущих мясных соусов. Один этот соус даст вам возможность создать десятки различных вариаций. Добавьте туда сливки. Один соус, да? Добавьте сливки и бекон. Добавьте просто один бекон и этот соус. Добавьте туда розмарин или тимьян. Или грибы. Да, сухие грибы. У вас получится прекрасный соус. Ребятки, это невероятное волшебство. Невероятное. Единственный момент, о чем я хочу вас предупредить. Я посмотрел, как готовят соус жю мои коллеги. Я не буду называть имен. Тоже профессиональные повара. Они, дело в том, что добавляют копчености. Копченые кости или же бекон. Я вас заклинаю. Никогда не добавляйте в соус жю бекон или копченые кости. Почему? Это же основа основ. Если вы добавите туда бекон, у вас соус получится с выраженным вкусом дымка. И каким образом вы будете делать десятки других соусов? Будущие ваши соусы будут на один копченый вкус. Это настоящая палочка-выручалочка. Вы можете использовать ее как бульонные кубики для своих борщей, для тушеной картошки, плова, да для чего угодно. Там, где вам нужен мясной вкус, вот этот соус жю. Вот кусочек бросили, и все, и ваше блюдо сразу будет играть по-другому. Ну, друзья, желаю вам приятного просмотра. Не судите строго, микрофон будет там мне нет посвистывать. Надеюсь, видео вам понравится и будет вам полезно. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим легенду французских соусов. Это базовый соус, коричневый, мясной, называется жюлье. О нем было упомянуто еще в 16 веке в поваренных старинных книгах. И сейчас я вам процитирую фрагмент из поваренной книги 17 века. Вот что о нем написал автор рецепта. «Этот соус – настоящее волшебство, рожденный из кухонных отходов. Почти в каждом трактире, где подают вкусную еду, на кухне над огнем висит огромный чан с водой. В течение 2-3 дней повара бросают всяческие обрезки. Кости от кролика, свиньи, ягненка и говядины. Потроха, кости и обрезки курей, гусей и фазанов. Очистки и остатки всяких овощей. Все, что непригодно для супа и жаркого. Через 2 дня варки шеф щедро заливает сие сухим вином и портвейном, а в лучших трактирах еще и коньяком. Закладывает пряные травы, и еще через день все это варево процеживают. И мы получаем настоящее чудо – соус жю. О, как же он был хорош сегодня с моим печеным ягненком. 1725 год. Со временем повара стали поджаривать в печи кости и овощи, чтобы придать интенсивность вкуса соусу и благородный темный цвет. На основе жю при дворе французских королей был создан соус демиглас, который готовится так же, как и жю, только мясные ассорти заменили на говяжьи обрезки и кости. Здесь у меня кости говядины, каркасы курицы, утка, бараньи кости, кролик, свиные кости. Сейчас мы должны их поставить в духовку на 160 градусов, в среднем где-то на час, для того, чтобы коллаген, который находится в костях и в мясе, перешел в состояние желатина. Именно желатин даст окончательную густоту нашему соусу. Кости должны подрумяниться, должны быть приятно золотистого оттенка. Самое главное их не пережарить, чтобы они не подгорели, потому что если кости подгорят, они дадут горечь и испортят вкус нашему соусу. Прошел час, наши косточки поджарились. Вот посмотрите, какие они должны быть.
больше не нужно. Видите, они так приятно румяненькие такие, коричневые. Сейчас наша задача слить жир. Если вы не сольете жир, то ваш соус получит такой слегка мыльный оттенок. У меня здесь приблизительно около 4 килограммов костей. Для того, чтобы сварить такое количество костей, мне нужна большая кастрюля. Но, к сожалению, на кухне у меня ее нету, поэтому я буду использовать обычные кастрюли бытовые. Это где-то 6 литров кастрюля. И разложу я их в 2 кастрюльки. Не нужно заливать ее горячей водой, потому что горячая вода запечатает нам мясо, и оно будет плохо, скажем так, отдавать свою клейковину. Поэтому лучше залить его холодной водой и так, чтобы температура поднималась постепенно. Ставим на огонь, доводим до кипения, снимаем шуму и каждый раз снимайте жир. Как только ваш бульон, как ваши кости только закипят, сразу снижайте температуру и так, чтобы кости у вас медленно варились. Не томились, не стояли в кипятке, а именно варились, но сильно не кипели. Итак, вот обратите внимание, каким образом у нас должна кипеть вода. Все время снимайте пену и жир, который появляется. Кастрюля должна быть открытая. Включайте свои вентиляторы, открывайте окна, так, чтобы вода выпаривалась. Нам нужно этот соус уварить практически в 3 раза. Воду ни в коем случае не доливать. Хорошо, теперь мы оставляем наш бульон вариться на 3 часа. Через 3 часа мы с вами приготовим овощи, я покажу, каким образом, и положим их тоже в наш бульон, и будем варить еще дополнительно 2 часа. Прошло у нас почти 3 часа. Вот посмотрите, в каком состоянии наш с вами бульон. Сейчас я попробую наш бульончик. Достаточно ли хорошо он уварился? Да, очень хорошо. Мои губы липнут друг к другу. Отлично. Ну что, давайте займемся нашими овощами. Овощи сильно мелко, нет необходимости резать, учитывая, что они будут у нас вариться в бульоне и вывариваться практически в труху. Нагреваем сковородку. Я добавляю совсем немножко, чуть-чуть оливкового масла. И вот кисточкой вот так вот его распределите по сковородке. Закрываем крышки. Под крышкой они лучше прогрируются. Жарим наши грибочки. Вот видите как? Температура максимальная. Если грибы слегка подчернеют, это не страшно. Вот если мясо почернеет, то оно даст горчинку. А овощи нет. Сковородка такая тяжелая, что с ней не забалуешь. Убираем сюда. Делаем то же самое. Наши овощи будут грилловаться. Закрываем крышкой. Они быстрее дойдут. Корень петрушки. Возьмем небольшой кусочек корня сельдерея. Этот цвет овощей передастся нашему соусу. Лук-порей. Чуть-чуть масла. 2 красных луковички. Одна у нас с вами будет большая, белая луковица. Отлично. Лук. Головку чеснока. Сейчас мы все это с вами смешаем и разложим по кастрюлям. Лучок. О, аромат какой. Баночку томатов. В те времена, конечно, не было консервированных томатов. Можете использовать хорошие свежие помидоры. Сейчас я доведу их до кипения, чтобы они дали немножко нам аромата и вкуса. И все сюда. 250 грамм сухого вина, красного, крепленного вина, мадеры или портвейна. Помидоры готовы. Мы можем их заливать в наш бульон. Овощи. Наш бульон достаточно хорошо уварился. Теперь мы можем, в принципе, все это объединить в одну кастрюлю. И наливаем наше вино. Из 2 кастрюль у нас с вами получилась 1 большая. Теперь давайте добавим сюда специи. Небольшой пучок тимьяна. Пару листиков. Бейлиф. Это у нас семена фенхеля.
чайную ложечку. Гвоздичка. 6 достаточно. Это у нас ягоды можжевельника. 7 штук. Душистый перец. Тоже штук 6. Перец горошком. Чайную ложечку. И нам понадобится буквально половинка мускатного ореха. Теперь все это дело ставим на плиту. Доводим до кипения. Опять снижаем температуру. И варим еще 2-2,5. Возможно, 3 часа. Прошло у нас 3 часа. Вот так вот у нас все это выглядит. Теперь давайте процедим. Выбираем потихоньку косточки, мясо и все в ситечко. Недаром этот соус называется соус мусорного ведра. Посетители ресторана, они, конечно, не видят всего этого. Они видят только конечный результат. И это прекрасно. Через мелкое сито. Сейчас мы с него еще снимем жир. Я сейчас поставлю увариваться его еще. Он хорош уже как соус, но надо его поварить еще. Итак, друзья, готового продукта у нас с вами получилось в среднем где-то 800 миллилитров. Видите, как он лениво стекает? Ребята, это невероятно. Просто невероятно. До какой степени он полный вкуса. Это нереальное вкуснотище. Наш соус готов. Я закрываю крышкой, отправляю на ночь в холодильник. Прошла ночь. Вот наш соус. Посмотрите, какой он твердый, как он хорошо застыл. Он выглядит практически как резиновый. Так, сейчас мы его с вами вытащим. Вот делайте такой трюк. Ставите в горячую воду, и он сразу сам отделится. Опачки! Ну, супер просто, да? Видите, какой он красавец? Вот это вот наш базовый коричневый соус. Нереальная вкуснятина. Ну что, давайте теперь этот соус упакуем. Я предлагаю вам его разрезать. Вот у нас с вами получилось 6 кусочков. Я сделал намеренно разного размера для того, чтобы, допустим, если я собираюсь сделать соус на 3-4 человек, я использую поменьше. Если у меня, к примеру, за столом 5 человек, я использую побольше. Берите кулечек, выдавили воздух. Мы собираемся его хранить в морозилке, поэтому нам лишний воздух не нужен. Я вам уже рассказывал в одном из своего видео, что наш враг – это воздух, враг наших продуктов. Поэтому делайте практически герметично. Если у вас стандартная морозилка минус 15 градусов, то не более года. Лучше делайте каждый раз свеженькое. Я надеюсь, друзья, что вам рецепт этот был интересен, понравился вам. Жду вас в следующий раз. Не забудьте подписаться на мой канал и ждите следующих интересных видео. Я обещаю вам интересные рецепты, уникальные, необычные. Мы с вами приготовим супер булочки для бургера. Мы с вами будем делать вкуснейшие бургеры, котлетки сочные, курицу, утку, баранину. Мы будем с вами пробовать морепродукты. Мы будем делать с вами гребешки. Мы попробуем с вами устрицы, научимся их готовить и как правильно их кушать. Короче говоря, идей огромное количество, знания огромное количество. И я хотел бы с вами ими поделиться. Ну что, увидимся в следующий раз. Пока!